Всем привет! У нас новый день, снова кухня. Мне кажется, я немного стала заболевать. У меня сопли появились, вчера горло першило. Но горло сейчас уже ничего не першит, не болит. Я вчера рассасывала весь день таблетки. Вот, это хорошо. Конечно, что у меня горло не болит, но сопли. Сопли. Нос промываю аквалором. Это я на улицу смотрю, что-то ветер какой-то не очень приятный. А все почему? Потому что на работе, когда вот я работала сейчас 3 дня-то, я работала как раз в те дни, когда было холодно и был сильный ветер. И на работе очень просто ужасно было холодно. Просто вообще невероятно, как никогда. Я на работу приходила, ну вообще я на работу одеваю водолазку, свитер, прихожу на работу, одеваю жилетку, уги одеваю на работу, потому что ноги в ботинках очень сильно мерзнут. Вот, и на третий день я уже просто уже не могла терпеть, я еще накидывала на себя пуховик. То есть нам как бы нельзя это делать, ну просто уже невыносимо холодно. У меня, знаете, даже, я с Настей переписывалась, у меня даже... Телефон не реагировал на мои пальцы, потому что они были ледяные. Вот. И вот поэтому я думаю, что я заболела. Потому что у меня и ноги сильно замерзли. Я домой шла, я, знаете, как говорится, практически не чувствую. То есть так вот они прям у меня замерзались. Вот. Хочу... Вот так тут будет покрасивше. Это облепиха. Буду сейчас пить облепиху. Я ее достала из морозилки. Она у меня чуть подрастаяла. Ой, надо это. Сейчас я опущу. А что, вот так вот, наверное, я опущу вас. Вчера такая погода хорошая была. Ну, теплая то, что. А сегодня уже минус 12. Вот я с утра ходила, уже без перчаток холодно. Не то, уже не то. Ой, сейчас я накрываю чай тут из бутылочки. Если сейчас выльется, если нет, то взяла нож, порежу, отрежу. И нужно будет переложить в контейнеры. Но нет, конечно, как она еще замерзшая. Так что... Извините, конечно, меня, что я шмыгаю, но вот так что и порезать. Ну, вот такие вот дела. Вчера уже апельсин съела. Апельсин, кстати, вкусный, который я в прошлый раз покупала. Мама еще купила. Вот у меня один апельсин остался. А, все потекло. Почти все. Так, прям как колбасу нарезала. Какая красивая облепиха. Такой цвет яркий. Ой, пахнет. У меня аж это... слюни потекли, как от лимона. На этой косточке она лежала на боку. Витамины оранжевые. Ой, прикольно. Прикольно. Прикольненько. Так, теперь надо поднять. Собиралась сегодня жить на улицу. Вчера же тепло было. Вчера не ходила, пожалела то, что я не ходила. Потому что, ну, прям классная погода была. Так, так, ложечку. А сегодня что-то вот... Ну, вчера думала, я сегодня схожу. А сегодня вот сходила с утра с Лизой. И уже задумалась, вообще идти мне сегодня, не идти. Или вообще лечь спать. Это какой-то упадок сил. Я надеюсь, я не прям вот... Заболела. Ну так, наверное. Немного недомогание. Сейчас кипяточком залью. Я уже согрела чайник. Может сюда Калину? О, да, давайте я еще сюда Калину добавлю. Угу. Ой. Что-то этот штатив уже не держится. Хорошо. Сейчас Калину сюда добавлю.
Калина красная. Калина красная. А что такое? Прилипла. Опа. Ай, тоже красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Цветовая гамма какая, да? Это витамины, это полезно. И, кстати, это вкусно. Ну и что, что калина пахнет не очень, да? Можно ее не нюхать. Просто нужно вот употреблять. Красота. Спасибо, цвет. Я уже сегодня с утра успела лук поесть с помидорами, с огурцами. Для полного счастья еще чеснока не хватает. Ну нет, чеснок не буду. Еще пока не растворилась. Долить еще водички надо. Как хорошо, что вот... Ой, что родители насобирали. Вот и облепиху, и калину вообще. А, нет, калину нас угостили. Они собирали, угостили. А облепиху они сами собирали. Облепиху, конечно, тяжело собирать. Но об этом... Ягодки, короче, снимать. С колючих веточек. Ну, это так вкусно. Ну, вот облепиховый чай, вот облепиха вкусно. Ой, как кисло. Ой, кисло. Ну, классно. И лимона не надо. Так, что я хотела? Так, ну, сейчас я... Надо переложить. Надо переложить во что-то. Вот эту рюмашку тоже надо переложить. Ой, ну все, ладно. Сейчас я попью тут. Полезный напиток. Кстати, пейте облепиху, калину, кушайте лимоны, апельсины. Сейчас как раз такой сезон, когда вот всякие вирусы, болячки к нам пристают, как никогда. Будьте здоровы. Решила сходить в Магнит. А, хочу приготовить крылышки в соевом соусе. А соуса дома нет, соевого. Закончился. Что-то посмотрела везде. Нет. Вот надо сходить в Магнит. Обычно там покупаю большую литровую бутыль. Он там вроде как не очень дорогой. Я даже не знаю, сколько он стоит. Что-то около 100 или 100, может 20, 120. Вот. Всегда такое покупаю, мариную крылышки в нем. Потом пойду с Лизой на улицу и помыть ее надо все-таки сегодня. Вчера не помыла, сегодня надо обязательно помыть. Ветер на улице. Такой не сильный, но неприятный, скажем так. Меня не было буквально вот прям совсем чуть ли не пару минуточек. Ты чё, соскучилась она? Как чумовая, как чумовая. Тихо. Господи. Да сейчас подожди. Раздеться вот не дает, а? Ой, господи. Что за чудо ты такое чудное? Ой. Слоник ты мой. Ой, господи. Вот, вот так вот мы... Да тихо. Вот всегда у нас так. Даже если на 5 минут выйдем. Да просто вышли, я не знаю, блин, почту посмотреть. Все. У нее истерика. Она дома одна посидела.
5 секунд, как так? Аж вспотела, прям горячая такая. Но не я, а Лиза. И Мусяндра, вон она. Сегодня купаться, Лиза, будем? Ты что такое? Ой. Да хватит уже носиться, хватит. Давайте покажу, что я купила. Зачем я пошла в магазин? Зачем я пошла в магазин? Я пошла за соевым соусом. И все. Опять тот же пакетик. Я с одним и тем же пакетом хожу в магазин. Я пошла за соевым соусом и хотела посмотреть крем для рук. Но я, конечно, про крем-то забыла совсем. Купила конфеток. Ну, тут вот прям чуть-чуть, 10 штучек отломить. А, что-то они со скидкой были по 319, что ли, рублей. Ну, вот купила соевый соус. Вот такой вот. Ну, что-то мне кажется, он какой-то чуть-чуть не такой. Или, может, просто дизайн поменялся. 119 рублей. Литровая бутылка. Ну, в принципе, я вот такой всегда покупаю для крылышек. Ну, ничего, я купила еще крылышки. Охлажденные. Это я вот в магните была. Охлажденные крылышки взяла. Вот две пачки. Одна пачка на 840, другая чуть на 900. На 960. Вот. Они, кстати, там, знаете, почем? Че я их вообще взяла? Потому что они там по 159 рублей. Да, 159,99. Вот, а в Ашане обычно крылышки беру. Они сейчас в Ашане что-то вообще 170 рублей, что ли. Или 179. Вот так что-то. Вот что-то так. Вот, поэтому взяла. А соус, да, 119,99. А конфеты 100... О, господи, что я куда смотрю? 319,90. Вот конфеты у меня вышли на 100 рублей. 104 рубля. 10 штучек я взяла. Так, ну это я не буду говорить, насколько вышло, какая разница. Вот. Почему я купила? Потому что они вот, ну как, по 160 рублей, и они это, охлажденные, потому что у меня вот я выложила крылышки, они у меня еще заморожены. Я их тогда обратно положу. Что размораживать? Вот эти сразу замариную, да приготовлю, и все. Да? Мусяндик, да? Будем крылья есть. Лиза тут как тут, конечно, она все будет есть. Муся, ну скажи, передай привет Насте. Это что у тебя такое тут висит? Что это такое? Да подожди ж ты, господи. Муся. Муся. Муся, Муся, Муся. Ну ты что такая? Смотрите-ка, что делает, а? Смотрите-ка, не дает гладить, а? Мусечка, Мусечка. Муся, хорошая девочка. Девочка хорошая. И ты хороший, и ты. Ты прям вообще супер-пупер, девчонка. А мы вот после душика, да? После душика красоточка, да? Ой, такая вот Марфушенька, душенька сидит, да? Вот такая чистенькая, вот мамина доченька, да? Да, закутанная она. Чистенькая. Лизонька, вот ты. Сидим. Так. Угу. Все, хорошая девочка. Вот так вот мы с ней разговариваем. Она только начинает рыпаться. И сидеть. Угу. Сейчас чуть-чуть это полотенчиком промокнется она, и будем сушиться. И будем сушиться. Так. Не надо будет ногти подстригать. Ногти надо будет подстригать. Да. Маникюр делать. Педикюр, Лиза. Угу. Ой, Мусяндра заколебала. Она тудым-сюдым, тудым-сюдым. Из ванны в ванну, из ванны в ванну. Идет она. Я ее засунула в ванну. Вылезла. Сидим. Вон она. Тоже пришла.
Что ты, Муся? Вот так вот и живем, да? Зоопарк. Ладно, все, будем сушиться. Я ей положила полотенце на пол, говорю, вытирайся. И куда? Ну-ка, вытирайся, иди там. Давай, давай. Хорошо вытирайся. Чтоб насухо прям. Молодец, молодец. Да. У нас уже ночь на дворе. Все темным-темно. Время, кстати, либо 11, либо уже 12 час. Ну, уже поздно. Спать хочу. Прям вообще вот хочу спать. Ну, не знаю, усну я сейчас вовремя или не усну. Потому что телевизор включила. Там идет какой-то фильм. Это я сейчас в зеркало смотрю, там отражение. Смотрю, что за фильм. Да, Лизок, сегодня я крылышки не готовила. Крылышки буду готовить в следующем видео, так что смотрите. Ну, я рецепт, наверное, не буду снимать. Ну, в принципе, там что снимать-то? Мне кажется, я уже говорила. Да, да, я показывала как-то рецепт, вот это все, весь процесс, мне кажется, я показывала. Не помню уже точно. Ну, в общем, в следующем видео я буду готовить крылышки. Вот, и покушаю вместе с вами. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, ну а сегодня все. Мы будем ложиться спать, отдыхать. Ставим пальчики вверх, подписываемся на наш канал, пишите комментарии. Не забывайте про колокольчик. И всем пока-пока. Пока. Лизок, ты будешь говорить пока? А? Говори пока. Пока. В камеру. В камеру. Пока.